now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ну вот и суббота, день перед этапом, 10 числа, 9. Сегодня приехал первый раз на трекатрон, буду сегодня тренироваться. Обсудили с капитаном траектории, где сложные моменты, где получше асфальт, где похуже. И, соответственно, сейчас начну вкатывать. Завтра уже этап, и важно показать хорошее время, желательно лучше результатов прошлого года. Опять на трассе Атрон. Вчера получилось проехать пару сессий. Начался дождик, потом сразу все высохло. Вот. Первую сессию проехал просто в ознакомительном режиме. Особо не топил. Получилось 1.22 на 1/3 передачи. Весь трек проехал. И потом мы проехали там с Сергеем Кулешовым, нашим капитаном. Он посмотрел, как я еду, дал некоторые комментарии. С ним получилось даже улучшить время. Это 1.22 низкие. Она у меня скачет, да? Мест понял, что надо переключаться на пониженную передачу, на вторую. Вот, возможно, если получится собрать хорошие выходы, кое-где буду переключаться на четвертую. Вот, трек достаточно короткий с точки зрения прямиков и, в принципе, короткий. Вот, целевым время вижу 1.16 среднее. Если получится, то хорошо. Поэтому сегодня будем улучшаться и стараться исправить все ошибки, которые были допущены вчера. В принципе, они понятны, несколько поворотов, которые явно не получаются. Поработаем над ними, а потом, соответственно, будем полировать, так скажем, все повороты, чтобы ехать их, в принципе, чисто. Сейчас собираемся на трек-волк с Максимом, буквально через 20 минут уже пойдем. We'll be right back.
доели обед, только что поели, сейчас стоим на параде пилотов. После двух сессий получилось неплохо сократить, я пробил 19 секунд, это 1.18.4. В целом сейчас на текущий момент на 2 часа дня я занимаю первое место, но есть человек на Опеле, который едет где-то в полсекунды от меня. Поэтому сейчас после парада пилотов немножко охладим машину и, соответственно, пробуем улучшить, пробить 17 секунд. Было бы неплохо, конечно, 16 высокие или средние, но пока так не получается. Плюс очень жарко, надеюсь, что получится как-то там побрызгать водой на радиатор, чтобы не так сильно грело. Сейчас масло 110, в принципе, после съезда. И еще я заметил момент, то, что когда я еду очень много кругов, около там, 80 получается за одну сессию, очень устаю. Получается, что теряю концентрацию к концу и по итогу начинаю ошибаться на тех местах, где до этого ехал хорошо, и улучшать перестаю, естественно. Сейчас попробую поехать 4-5 кругов, а потом пару остывочных для себя, не для машины. А, соответственно, потом еще 2-3 завершающих, тоже боевых. Посмотрим, как это получится. Вообще, в принципе, очень жаркий этап, как-то там лениво что-то делать. Вот. Но пока лидирую, вроде хорошо, надеюсь, что так и завершим, в общем-то, сегодняшний день. Столько разных машин собралось на парад. Впереди капитан едет. Сзади еще ребята. Их не покажу. Совсем забыл рассказать. В Нижнем Новгороде Степан мне подогнал вот такой крепеж в потолок для камеры. И так получилось, что только в Рязани, в Атроне, я смог его поставить. И сейчас вы увидите, что из этого получилось. Степану, конечно же, огромный респект и спасибо за такой подгон. Третья сессия прошла, как вы видели, по солнцу. Я проехал где-то около 2-3 часов дня. Было достаточно жарко, время улучшить не получилось. Поехал, как и планировал, там, условно, 5 боевых кругов, 2 остывочных и потом еще пару боевых кругов. Но в целом эффекта особо это не дало. Было достаточно много трафика. Я упирался. Второй момент, было жарко, и машина не выдавала все, что могла. Соответственно, там попытки как-то охладить машину никакого эффекта не дали. И по итогу я решил просто ждать конца дня, отслеживая результаты. И в случае, если кто-то приблизился бы из моего класса ко мне по результатам, то докупить сессию, это в принципе достаточно быстро происходит, и проехать еще время, чтобы улучшить, в общем-то, и гарантировать себе положение в чемпионате, и, точнее, на этапе. Вот. И, соответственно, так и начал делать. Приблизительно до 5:30 я отслеживал результаты, никто не приближался, самые близкие результаты были около 1.5 секунд ко мне, соответственно, утренние времена никто не мог побить. Вот, я уже начал собирать машину где-то около 5:30 вечера и до 6, в общем-то, спокойно ее собирал, поменял колеса, все, собрал зип и спокойной душой отправился на награждение. Вот, и каково же было мое удивление, когда в объявлении моего класса я занимаю 2-е место. Я вообще не понимал, я отсмотрел все результаты, которые были в течение дня, и в результатах не было времени быстрее, чем мое в моем классе спорта. Пообщавшись, в общем-то, с участником, который занял 1-е место, выяснилось, что в последнюю сессию, за 15 минут до окончания заезда, соответственно, он выехал,
и пробил мое время на там что-то около 30 тысячных. Вот, это, конечно, было очень обидно, потому что рассчитываешь на первое, получаешь второе. С другой стороны, это был очень хороший такой тактический урок, в общем-то, как стоит поступать в дальнейшем, особенно в рамках чемпионата Turbo Racing Cup, когда ты можешь накатывать, ну, там, достаточно большое количество сессий, и они не регламентированы, то есть не четко по времени. Соответственно, ты выбираешь группу, да, там, как я рассказывал раньше, красную, синюю или зеленую, и выезжаешь. За счет этого, в общем-то, ты можешь варьировать время суток, да, время дня, в которое ты выезжаешь на трассу, что, в общем-то, может тебе помочь в какой-то момент времени, как и произошло, в общем-то, с этим Opel. Но, к счастью, он ехал за команду Subart, мы забрали, получается, первое и второе место, командные очки получены. И второй аспект – это то, что даже занимая второе место на этом этапе, я, по моим расчетам, за три этапа сохраняю лидерство в чемпионате. Соответственно, с одной стороны, неприятно хотелось бы первое место, да, но с другой стороны, глобально потерь никаких нет, хуже я от этого не поехал. А, соответственно, лидерство в чемпионате сохранил, да, утвердил, так скажем. Вот такой тактический просчет, и, соответственно, выводы достаточно простые. Не расслабляться до конца, стараться ехать в лучшее для себя время дня и, соответственно, показывать максимальные результаты без надежды на то, что кто-то тебя там не догонит и так далее. На этом, наверное, все. Это второй этап из тройника в июле. Следующий будет Казань в рамках РХЧЧ. Увидимся там.